Привет, ребят. Я, в общем, записывал один на 5. Ну, давно это было. Ну вот, и я их, если что, записываю сразу комплектами. Вот. Ну, чтобы людей по 1000 раз, которые меня запускают, не напрягать. Вот. В общем, после золотого кальфа я начал записывать с АЦР-кой. Драконоборец, да. И... Ну, в общем, вы все сами увидите. Я лично такого поворота не ожидал. Давайте, приятного вам просмотра. Чувак, хочешь много донатов на новичка? Тогда слушай. Для начала идем на сайт Mail.ru и регаем новую почту. А потом переходишь по любой из ссылок в описании. По первой ссылке ты получишь любое оружие из серии Якудза. Рекомендую тебе Crazy Horse. По второй ссылке ты получишь боевое снаряжение на 30 дней и пулемет, который не нужно чинить. Для ПВЕ это ма, конфетка. Пушки Неон и Випку ты получишь по третьей ссылке в описании. Ну а четвертая это платиновый кейс с кучей разных крутых пушек. Ну а после 11 ранга тебе предложат купить золотые пушки. Ну или вовсе Крис и АК Альфа. Ну а на сайте игры ты можешь просто привязать телефон и получить випку на 7 дней. Регайся прямо сейчас, иди уже, разноси всех. Да, карта, конечно, так себе, но я постараюсь сделать все возможное. Поехали. Центр. Как мне сейчас повезло, что я срандомил. Нет, не души. Так, пойдет. Ага, понял. За мной бегут уже толпа. Как обычно, в общем. Фраги, фраги, фраги. Даже снайпер уже с пистолетом тут. Лишь бы дама какой-то внести. Фу. Ну, начало положено, в любом случае. Все идет хорошо. Поехали дальше. О, как я плохо пострелял сейчас. Там еще идут. Так, пойдет. И против медика со штурмом. Это би пизда. Я так и знал, что это мед. Пушат. Я не хотел этого делать. Понял. Текаем. Нет, не души. Господи, как же просто они рашат, просто дудосят меня. Отдыхай. Я думал, это ГГ. Честно. Окружен, но не сломлен. Враг уничтожил всех наших бойцов. Нет, все-таки сломлен, блин. Че, он стоит? Так, один подо мной. Один, двое центр. Давайте, бегите, залазить ко мне. А, все-таки не такие глупые, да? Уже чекают. Так, все, они сейчас будут толпой ко мне лезть. Надо отсюда валить. Ага, вот про это я и говорил. Нет, иди в жопу. Ну, сейчас с инженером было опасно. О! Вот если бы я каждый раз так аимился моментально в голову, вот я бы вообще каждый выпуск 1-5 тащил. Что-то вообще не слышит, походу, меня. Так, время. Надо бежать. Хорош, хорош, ладно, не поспоришь. Тот самый момент, когда ты понимаешь, что тебе в любом случае капец. Чё вас так до хера? Ну, пацаны, не душите. Ладно, собрались.
Чё-то F5, да не буду я F5. Я только разогрелся. Правда, ССУ 1.5. Ну, это ничего. Отдохни. Надо снайпера убивать. Так, и последний. Ну, выйди. Понял. Вот, я же говорю, никаких F5 нахер. Здорово. Кто там был один? Остальные, походу, центр пушат, да? Вот я позиции читаю, понимаете? Нет! Фух! Я думал, все, ГГ, когда я залез на ящик. Они бегут за мной. Причем вдвоем. Надо их растягивать маленечко. Не душите. Дайте я только залезу на мост хотя бы. Ага, этот с ножом. На! F5, F5, фикус! Фикус вам с маслом, поняли? Никаких F5. От меня не дождетесь. Да, только если это не близ, конечно. Вот это поворот! Воу. Чего это? Найс, ребята, найс, молодцы. Пацаки очень хотели попасть в ролик, судя по всему. Но, я не знаю, я только вот вроде как бы притерся к ним, вроде как бы понял, как против них играть, что их надо растягивать, что они за мной бегут, лишь бы фраг сделать. Но пацаны красавцы, молодцы. Поддались. Уважуха им за это. Но, признаюсь, было играть сложно. Потому что пацаны далеко не глупые, и они просто бежали меня рашили. Ну, бежали они рашили не потому, что они глупые, вот, а потому что они чувствовали преимущество и как численное, так и вообще силовое в целом. Вот, ну, в общем, как-то так получилось. Огромное вам спасибо, всем удачи и пока.